Немеркнущая звезда грузинской эстрады Вахтанг Кикабидзе, а для друзей и почитателей таланта просто Буба, после довольно длительного перерыва выступил с концертами в одном из самых старых и колоритных районов Тбилиси – Авлабаре. Концерты, которые так и назывались «Миминова в Лабаре», проходили в армянском драматическом театре. Театре, который тяжело пострадал около 2 лет назад во время взрыва. Один из концертов Вахтанга Кикабидзе носил благотворительный характер. Здесь это могло кончиться очень большой трагедией, потому что тогда были дети в зале. И случайно их пересадили, оказывается, немного вперед, а взрыв произошел вот где-то в том районе, где они до этого сидели. И уже тогда я сказал, что как-то игру надо нам показать, что мы... Для меня, например, грузинский театр, армянский театр, русский театр – это театр, это искусство. Я за всех болею. И я уже тогда сказал, что я говорю, если я начну Тбилиси концерт, я обязательно начну с армянского драматического театра. Но есть вторая еще такая маленькая заковырка. Дело в том, что я этот район немного по-другому воспринимаю. Для меня вот здесь старый город остался еще, тот, который пропал у нас уже, пропадает. Мы его теряем. И я специально программу вот для этих концертов готовил. Полностью обновленный зал театра был переполнен, несмотря на зимний холод, проникающий в неотапливаемое здание. Во время одного из концертов неожиданно погас свет, что отнюдь не испугало собравшихся, которые пришли на встречу с любимым артистом. Впрочем, терпеливые зрители, просидевшие в полной темноте более 1 часа, были вознаграждены сторицей. Стоило Вахтангу Кикабидзе выйти на сцену и подарить публике обворожительную улыбку, как в зале всем сразу стало тепло и уютно. В течение 3 часов Буба Кикабидзе исполнял давно полюбившиеся и совсем новые песни, отдавая всего себя любимому делу. Можно даже назвать вот концерты Кикабидзе в разных кварталах города, потому что я хочу провести эти концерты и на Руставели, и в Дидубе, и в Сабурталу, где есть залы. Здесь не играет для меня роли, там битком будут набиты зал или нет. Например, первый концерт позавчера, я думал, что зал рухнет здесь. А если скажут мне века, моя звезда, увы, погасла, по времени горела луна, мои года, мое богатство, тогда кину на вильника. Уже 57 лет.